В пятницу 25 ноября в Твери в областной филармонии царила торжественная праздничная атмосфера. В преддверии Дня Матери звучали добрые пожелания, вручались награды и подарки, а также выступали артисты. На празднике были объявлены победители регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Подробности у нашего корреспондента. Имя победителя конкурса «Лучшее семейное подворье» постарались сохранить в тайне до конца. Поэтому победа для семьи Кузовенко из Балаговского района стала приятной неожиданностью. Приятно объявить победителей конкурса «Лучшее семейное подворье». За первое место победителей семья Кузовенко вручается автомобиль «Peugeot Travel». В семье Кузовенко пятеро детей и все девочки. Они ведут свое большое хозяйство в деревне Анисимово. Хранительница очага Алена Кузовенко рассказывает, что участие в конкурсе – это возможность показать, как может жить многодетная семья. Семья – это главное, что есть в жизни. Да, чем как бы больше семья, тем больше ценностей в этой семье и в жизни в нашей. Вот. А то, что мы занимаемся хозяйством, мы к этому пришли уже довольно-таки, ну сколько, лет 10, да, назад мы начали кого-то разводить. Да, первые пчелы у нас появились, до сих пор есть. Вот. И, как сказать, это то, в чем мы себя нашли. На торжественном мероприятии почетной грамоты за победу во всероссийском конкурсе «Семья года 2022» в номинации «Многодетная семья» была награждена семья Васильевых из Твери. У них пятеро детей. Алексей и Елена познакомились в первом классе. Все детство и юность сохраняли теплые дружеские отношения, продолжали общаться и после окончания школы. Поженились в 1994 году, потом венчались. В семье пять детей. Родители уделяют большое внимание предоставленному родителю. Все дети имеют музыкальное образование, занимаются творчеством и спортом. Поддержка материнства и детства, укрепление традиций большой и крепкой семьи – одно из приоритетных направлений для федеральных и региональных властей. Приветственный адрес всем собравшимся направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетный труд матери заслуживает самого глубокого уважения. Уверен, что ваши дети всегда будут помнить, что именно вам они обязаны своими лучшими качествами. Станут гордостью не только ваших семей, но и всей Тверской области. Сегодня в Верхневолжье реализуется комплекс мер поддержки семей с детьми. В регионе при рождении ребенка родителям вручается подарочный набор для новорожденных. Многодетные семьи полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, от уплаты транспортного налога, а в их домах бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются бесплатной школьной формой.